и обещала, показываю хитрую штучку для очистки самогона. Так как у меня вот этот самогон на хлебопекарных дрожжах и алтайском сахаре получился, ну, совсем вонюченький, я предпочитаю, что его нужно почистить. Для того, чтобы он у меня здесь, значит, 3,5 литра 69-градусного, мне его нужно довести до 42 градусов, потому что уголек заберет где-то примерно 2 градуса. Соответственно, мне нужно воды 2 литра 100 миллилитров. Разводим, а потом будем собирать и смотреть фильтровальную установочку. Переливаем. И пока идет реакция, как раз вам все про нее и расскажу. Давай, Никитки. Это пусть стоит. Ждет своего часа. Значит, что у нас здесь? Корпус. Двигатель, который очищает, перегоняет через себя насос, да, двигатель, насос, который прогоняет через себя 5 литров в минуту самогона, царга, два носика, ситечка, прокладочки и хомуты. Собираем. У меня есть такое ведерочко. Значит, что нам нужно будет сделать? Сначала мы берем носик, вставляем вот такой вот. Так, вставляем. Надеваем цапу. Теперь нам нужно будет сюда засыпать уголь. Уголь я использую дубовый. Во-первых, он гранулированный, у него степень очистки самогона немножко повыше, но прежде чем его засыпать в царгу, его нужно в любом случае промыть водичкой. После того, как мы ножницы, после того, как мы насыпем уголь в царгу, мы его прогоним через, почистим сначала водичкой, потому что где-то он лежал, чтобы был чистенький у нас самогон, лучше лишний раз. У меня есть вот такая вот толкушечка, хорошая вещь. Потому что вот эта царга, это количество угля может через себя почистить 40 примерно литров самогона. Но следует еще заметить, что если вы в течение 2 дней этот уголек не использовали, то лучше его потом выкинуть, потому что он может окислиться. Поэтому сначала побольше нагоните, а потом очищайте. Опа. Кладем ватный диск. Кладем аккуратненько его. Расправляем. Вот он у нас уголечек, да? В любом случае нам его нужно будет через водичку первоначально прогнать. Закручиваем, закручиваем. Вот он, красавчик. Удерживаем. Подключаем шланги. Берем
3-литровую баночку воды. Все, пошла за водой. Воду набрали, шланги опустили. Пробуем. Сейчас посмотрим, какая будет у нас тут вода. Процесс пошел. Вот смотрите, какая она у нас чистенькая, красивенькая водичка. Ну, минут 5, думаю, погоняем. Теперь надо слить воду с картриджа из угля. Нальем в бокал неочищенный еще самогон, потом сравнить. Немножко, много я лить не буду. Так вот оставим. Все. Переставляем шланги сюда ближе. Так, сейчас мы еще его. Все, хватит. Все это дело. Фильтровать. А, упал. Не теребил, упал. Воды, дорогой, не падай. Конца поищу, миленький, чуть-чуть. Ой, все. Оставляем. Теперь нальем в бокальчик и посмотрим, что у нас тут вышло. Чуть-чуть еще реакция идет. Гораздо намного лучше. Здесь он прям вонюченький. Ну, здесь уже другое дело. Просто пахнет спиртами и все на этом. Так, и померим заодно крепость. Микрофон у меня тут на груди. И померим крепость. Как в аптеке на весах. Ровно 40. Крепость получили 40. Ну вот и все. Самогон почистили. Так, самогон перегнали. Фильтровалку опробовали. Еще хотелось бы заметить, что на этой же фильтровалке, если у вас плохая вода, в принципе, можно фильтровать и воду. Ну все. Всем удачи!